Концерт будет посвящен произведениям Карла Дженкинса. На сегодняшний момент самый популярный композитор современности. Это, конечно, очень необычное действие. Это, можно сказать, шоу. Потому что наше время, время таких интенсивных развитий, новых технологий. Мы тоже должны соответствовать этому моменту жизни. И делать не просто уже классические концерты, а концерты, которые могли бы привлечь всю публику. Нынешние его произведения, которые мы называем классическими, они скорее все-таки стилизованы под классику. На самом деле в них основа именно очень доступная абсолютному большинству людей. Популярной, ну, эстрадной певицы именно классической музыки, вокальной классической музыки. Дженкинс — это не совсем классика, но это уже и не эстрада. Меня поразило ее интерес к этой музыке и, конечно же, то, что ей дано это от Бога. У нее прекрасная интонация, чистейшая. Для любого вокалиста это вообще подарок судьбы. Уж певцы-то знают, что такое чистота интонации. Вот Светочка обладает очень чистой интонацией. Это просто, ну, благословение Божье для нее. Автор, сам композитор Карл Дженкинс, он писал свою музыку именно для такого голоса, как у Ситоры Назаров. То есть ему не нужны были оперные певицы или какие-то высококлассные. Ему нужен просто голос природы, голос земли, открытый. То, что называется, идет от сердца, а не от какой-то вокальной школы. И у Ситоры, мне кажется, это очень прекрасно получается. Она тонко чувствует и произведение, и настроение. Самое главное, что у них есть очень хорошее созвучие с Маратом Бисенгалиевым. Согласилась спеть. Большая программа, в принципе, очень-очень хорошо поет. Я думаю, что она, конечно, будет звездой завтра.